Привет всем! Вас приветствует Лига Music Wars. И сегодня у нас прямо веселье. Сегодня у нас те ребята, кто приносят деньги в эту игру. Те, для кого первые места и красивые значки являются приоритетом в их жизни. Это те, кого вы видите всегда с фразой: «Ну вот, он опять пришел, и нам хана». Это, ребята, донаты. Донаты нашей игры. Сегодня мы будем затрагивать только 6 уровень, 4 человека, подробные характеристики и разбор. Поехали. И первый у нас на очереди в рейтинге. Это... Так, за все время не забываю. Да, кстати, прежде чем я начал это все делать, ребята, я изучил, получается, за прошлую неделю победы на турнирах, которые проходили, посмотрел характеристики. Но, ребята, действительно, они идут, мало того, что некоторые по славе популярны, так они еще и идут по характеристикам. И первый у нас чувак — это Потс. Вот этот парнишка у нас с его характеристиками, смотрите, 24 тысячи, 25. Но не забывайте, это он без бафов. Когда происходит то, что он попадает на первые места турниров, там у него характеристики за 30 тысяч и выше. Дальше у нас идут у него мелки. Если вы посмотрите, у человека абсолютно отсутствует лечение. То есть это полностью персонаж, прокачанный на атаку. Посмотрите, двойной удар, крит, это основные. И дальше у него два амулета стоит, один на проклятие и второй на молнию. То есть человек абсолютно не лечится, то есть только за счет питомцев. И поэтому это чистый атакующий юнит. В зале славы, конечно, у нас, как вы понимаете, награды за первые места 41, прохождение кошмарок 52, и, ну, к сожалению, больше значков нету. Но, если вы посмотрите, персонаж абсолютно молодой, это новые персонажи. Ну вот, и самое интересное, что человек вдонатил в игру, то есть реально я не знаю, сколько вдонатил, то есть под такие характеристики выкачать непросто. Если вы посмотрите людей, которые занимают места со 2 по 10 место, вы посмотрите, там просто огромнейший будет разброс именно по уровням. Или они с друг другом договариваются, или как-то по-другому. Ну, в общем, если будет интересно, заведите персонаж любого 5 уровня, и можно будет посмотреть. Дальше. Посмотрите. Человек не слаживает музбокс. Ну, правильно, зачем ему надо? Это, кстати, человек точно играет только в удовольствие. Ну, что этим сказать? Донат номер один. Так, следующий у нас на очереди. Это красивая девушка у нас. Вот эта девушка, Сайгуса. Это у нас такой смесь, можно сказать. Вы посмотрите, да, видите, студия 15, как всегда. Открыто 9 слотов, но все спрятано. И, соответственно, характеристики вы видите на экране. 30 тысяч. Не знаю, сейчас я не вижу, под бустами она находится или нет. Но она идет вторая по уровню. Дальше, также у нее, смотрите внимательно, у нее получается мастер кунг-фу. Это значит, что у нее в оружии обязательно лежит кастет, молниеносность и так далее. Но у нее есть лечение. То есть это аморфный персонаж, хотя у него и есть атакующий, она всю, получается, свою основу влаживает всего в один удар. Это получается апперкот. И у нее она прямо закачана именно под этот апперкот. Дальше. Даже посмотрев зал, получается, Потса, здесь вообще просто человек шедеврально долго, насколько я понимаю, он играет. Посмотрите, 100 получено наград. И персонаж у нас 2-2,5 года. Поздравляю, скоро, я чувствую, ты получишь третий, да? Но, видимо, человеку не хватает боев на территории, поэтому
музбоксом все-таки пользуются, в отличие от того же Поца. Ладно, поздравляю тебя, прекрасно играешь, прекрасный донат. Все, переходим к следующему. Кстати, вы заметили, что у Поца, допустим, стоит тот же ледяной трон, а здесь его нету. Ну, это так, мимоходом. Следующий у нас на очереди — это Сео Фаст. Парнишка вроде и не набил, ну, тут посмотрю по уровню, всего 40 тысяч выбил. Но, однако, на его, посмотрев на его характеристики, вы видите, что он недалеко, очень, ну, так скажем, близко вообще находится к двум предыдущим уровням. И, смотрите, несмотря на клетку и на этот, у него персонажи, то есть выкачены, то есть также по максимуму. Так, что у нас на умелках? На умелках у нас такая же система, но за исключением, получается, того же Поца, где полностью все раскидано только на атаку, у нашего Сео Фаста, смотрите внимательно, есть реанимация 4 уровня. То есть хотя бы какая-то часть, но есть шанс, что он один раз и восстанет. И у него также используются молнии. В последнее время я, кстати, очень сильно замечаю, что именно донаты собирают молнию, получается, и проклятие. То есть либо то, либо другое для атаки. Но это не сделано, ребята, для нас, простых смертных, получается, те, кто самые мелкие. Это создано для таких же, как они. То есть нужно уменьшать характеристики противника, чтобы его победить. Ну, это, ну, такая небольшая это. И в зале славы у нас 200, ребята, 198, ну 202 осталось, короче, получается у нас на турнирах всего 2. И, соответственно, никаких медалек больше нету. Ну, 6 уровень, есть 6 уровень. Но, несмотря на этому, персонажу, ребята, всего год с лихим. Но ничего страшного, все еще впереди. И, как я смотрю, тоже человек проходит и идет по суперпризам. Кстати, забываю все время. Можете пройти сами в инфо. Посмотрите, ребята, сколько у него граба. То есть этот человек либо покупал граб, либо сам бился, но, ребят, очень хорошо заточенный. И последний у нас... Ой, блин, сейчас начну искать. Давай, давай, давай. Ну все, конечно, это потерял уже. И последний у нас, ребята, где мой чувачок прикольный? Вот он, это мерзавчик наш. Привет, прикольный персонаж. Его характеристики, видите, персонаж заточен на силу. То есть вы смотрели, да? То есть 30 тысяч, 25 тысяч, 26 тысяч и 25. То есть у него очень интересный перекос в отношении силы, получается, и живучести. Давайте же посмотрим, на что он рассчитывает. У него есть фехтование. Это за счет того, что у него получается... Вот, ну, не знаю, что это такое, оружие, как бы я не вижу, какая-то тыкалка, походу. Вот. Фехтование увеличивает, получается, силу. Дальше крит сделан, полет дракона. У него, соответственно, Хонгильдон. Это в амулетах у него находится. Дальше у него стоит молния, тоже на понижение именно характеристик противника. У человека отсутствует абсолютно лечение. Это такая же боевая тактика. То есть у него нет ни брони, ни лечения. То есть, ну, интересно. Ну, конечно, ну, куда им, зачем? 6 уровень, у них только должна быть атака. То есть пару раз ударил и умер. Что за у нас интересного? А у нас, ребята, 304. Ребята, 304. Ну, просто это просто шедевр. Надеюсь, персонажу 3 года есть. Да, конечно, трофеев у него годовых нету. И персонаж тоже молодой, 1,5 года. Ну что, мерзавчик, прикольный персонаж, молодчина, хорошо донатишь. Но если бы я брал по рейтингу сильных игроков, то я бы просто взял 6 уровень. Вот так вот. И за все время, соответственно, я бы взял только вот этих вот ребят. Вот это и есть наши сильные игроки. Ну... Их так охота прям назвать. Но это донаты. Это, ребята, донаты.
они нечестно раскачались. Хотя, может, они там опровергнут, типа, ну я тут, короче, вот я встал там на граб и так далее. Нет, ребята, это ну невозможно. Я сам за год, ребята, поднял характеристики, конечно, в три раза, но до донатов мне так далеко, как до Луны пешком вообще. Просто шедеврально. Ох. А дальше, ребята, дальше давайте быстро пройдемся по анализу. Именно анализ о том, какие должны быть характеристики у персонажей, чтобы вы себя более-менее комфортно чувствовали на 6 уровне. Поехали! Ну а сейчас давайте на основе характеристик, ребята, топовых 4 персонажей сделаем небольшой анализ. Соответственно, и выведем характеристики, с которыми более-менее комфортно вы будете играться. Ну или если хотите, возможно, составить конкуренцию и самому войти в топ донаты. Итак, мы сегодня идем по 6 уровню. А, какой красавчик, да? Мне просто понравился его скин. Просто супер. Итак, сегодня мы... Так, меня теперь сюда. Вот так перепрыгнем. Сегодня мы рассматриваем, ребята, 4 персонажей. Вот с такими характеристиками. Ну, чтобы вы примерно понимали, ребята, на что вы напарываетесь. То есть на 6 уровнях. И взяв из 4 этих персонажей характеристики, то есть, ну, сложив, соответственно, разделив на 4, примерно округлив, мы получаем, что для того, чтобы более-менее войти в уровень, то есть, получается, этих донатов, то есть, побороться за первые места на турнирах, вам нужно силы 26, ребята, ловкости 11 тысяч, соответственно, таланта 8,5 и живучесть 22. Это вам позволит, ребята, держаться, то есть, соответственно, наверху этого списка и войти в этот топ-4. Если у вас характеристики, соответственно, ниже 26 тысяч там, то вы не входите сюда, и любой из этих персонажей вас спокойно вынесет. Давайте дальше. Вот это, ребята, характеристики взяты. Я брал рандомом, сразу говорю, получается, брал их с турниров. Это те, кто занимают со 2 по 10 место. Здесь есть характеристики и персонажи от 2 уровня. Есть характеристики и персонажи, соответственно, там 4, там 5 уровня и так далее. Взяв вот эти характеристики, то есть откуда мы берем для того, ну, мы говорим, что персонаж средних характеристик у вас на 6 уровне. Мы как раз и берем от из примерно такого анализа. Теперь вы сами будете знать, что средние характеристики, ребята, на 6 уровне, чтобы попасть спокойно в десятку, занимать 2, 3, 4 место, то есть, соответственно, у вас характеристики должны быть вот такими, которые вы видите на экране. Это чтобы вы в дальнейшем меня не мучили. Эту рубрику я специально как раз для этого и сделал. Посмотрите, сила 6000, соответственно, ловкость 4,5, талант 3 и живучесть 5. Ну, я в среднем говорю, что должно быть 6, 6, 4, 3. Где-то так примерно. Ну, можно силу, конечно, и поменьше взять. Но представьте, силой в 6000 на 6 уровне вы спокойно можете бить непрокачанных персонажей 18 уровня. Потому что на 18 уровне я, по крайней мере, знаю несколько персонажей, у которых характеристики, ребята, по 3500. 3500, это вообще, это просто шедевр. Но на 6 уровне, вот ваши, это средние характеристики. Если я говорю выше среднего, значит, я говорю, что это больше 6000. Если я говорю меньше среднего, значит, это, соответственно, вам надо докачиваться. Ну, вы видели, да? Если посмотреть предыдущий слайд, то, кстати, 25 тысяч, да, 25 и 6 тысяч. То есть, в чем, говорит, разница? Потому что сравнивать вас с топами, ребята, это, ну, просто нереально. Надо сравнивать со 2-ми и 3-ми местами. То есть, если брать... Ну, там, действительно, там есть еще персонажи. Я не стал их показывать. Там есть персонажи, у которых по 13 тысяч. Да, тоже киллер бокса взять.
У него характеристики тоже неплохие. По 13, там, по-моему, 12 тысяч. Но вот как раз от примерно от таких ребят и выдались вот эти характеристики. До них дойти, ну, более-менее нормально. И донатить не надо. Эти характеристики можно вытащить именно на грабеже. Ох. Ну и на месячном плане, конечно. Без месячного плана совсем никуда. Ой, погоди, дайте я здесь тоже прыгну вот так. Вот так. Ой. Всем спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Ставим лайки, если понравилась рубрика. Обязательно пишем ваши комментарии, характеристики персонажей. Следующего буду рассматривать в зависимости от ваших лайков и ваших комментариев. Очень просто было интересно создать именно эту рубрику. Не оценки персонажей, а именно донаты уровней. Помимо рубрики «Сильнейшие игроки», которые сделаны именно на, получается, славе, есть еще и, допустим, те же самые игроки, которых вы сейчас видели, у которых славы мало, но характеристики очень большие. Поэтому была создана и эта рубрика. А теперь всем спасибо, всем, кто смотрел. Дальше будет только аутро. Ставим пальцы вверх, пишем в комментариях свое мнение. Всем счастливо!